Трилобиты были покрытыми броней существами, охотившимися большими стаями у морского дна. Они были одними из первых животных, приобретших настоящие глаза. Держались они долго, около 270 миллионов лет. Земля тогда была планетой трилобитов. Но ныне все они исчезли, вымерли. Последний из них вместе с бесчисленным множеством других видов был сметен со сцены жизни беспрецедентной природной катастрофой.